Сейчас я ем десерт под названием бабошки. Это одно из блюд казаков. Сегодня в 52-й школе прошел фестиваль казачьей культуры и творчества. Сделан мед и в маке обмаканные. Сами это булочки. Тоже готовил 6 класс. Вообще казаки любят хорошо покушать. Вот. Мы сегодня привезли на суд наших зрителей и для угощения вот такой красивый рыбный пирог. Ватрушки с творогом, пироги с капустой, песочники. Это тоже все крынка с молоком. Помимо традиционной кухни и части бытовой утвари, школьники демонстрировали творческие номера. Это песни, танцы и фланкировка. В этот день я сам стал частью культуры казаков. Один из учеников 52-й школы дал мне мастер-класс по метанию ножей. Скажу сразу, учитель из него первоклассный. Ну или, может быть, просто я ученик хороший. Держать надо нож вот так вот, вот ближе к этому. Приготовиться, встать по центру, именно вот как ножки стоят. Можно ногу эту назад, чтобы было увереннее держался. И отводит вот так вот ровно. Не за голову, чтобы не отвлечься ничего. И метание вот идет. Все, кидаю, да? Да. Отлично! С первого раза получилось, да. Сегодня впервые мы проводим открытый фестиваль казачьей культуры и творчества для учащихся кадетских классов с казачьей направленности. Вот, допустим, в нашей школе мы уже с 2012 года, ребята-кадеты занимаются казачеством. Еще с давних времен идет, что все цари, все государства России обращались к казакам за помощью. И казаки выходили первые на защиту своей родины и своего отечества. Всего в фестивале приняли участие более 100 детей из 5 улан-удэнских школ и одной кабанской. Эдуард Жамсаранов, Булат Зандаков, программа «Вместе», Мир Байкал.